Всем привет-привет! Я сегодня приехала в Ливадийский дворец. И за мной памятник о встрече Сталина. А с кем? Сейчас посмотрим. Это был памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю. А мы идем дальше в поисках дворца. Прошли мы и вышли вот к такому дворцу. Слышно музыку. Памятник Александру II туда. Троица. Солнечная тропа. Крестоводвиженская домашняя церковь семьи Романовых. Это колокольня. Как всегда, тут кисы везде и всюду. Смотрите, какие резные окна. Как красиво. Обходим весь дворец. Ой, это кто? А, это те, которые защищают дом от всякой нечисти. Пока мы фотографировались, нарисовался тут. Нарисовался? Да? Посмотрите, здесь тоже хризантемы. Меленькие. Но их много, они разные. Многие отцвели уже, видно. Здорово смотрится. Мы проходим дальше. Очень хочется, конечно, зайти внутрь дворца. Но сейчас, может, что решим. Видите, можно в беседочке сидеть, отдыхать. От солнышка спрятаться. Красивые очень беседки. Ну, вот написано кассы. Пойдем посмотрим. Ура, ура. Мы купили билеты, чтобы попасть именно во дворец. У нас, как у инвалидов, 250 экскурсий. 3-4. Я очень-очень рада, да я хотела попасть внутрь. Вот попаду, хорошо. Ливадский дворец. Ливадийский дворец. 1911-2020 год. А это вот фотография. Получается, тот памятник, что был в начале, сделан именно по этой фотографии. Императрица. Император. Украшенные раковины и другими элементами стиля итальянского ренессанса. Там он стоял стол переговоров. Вот здесь 4-го поднятия февраля состоялось 8 заседаний конференции. Вопросы, которые, да, несмотря на то, что дворец был в оккупации и Крым, многое сохранилось, к счастью. Однако ожидательно оформлено из темного орехового дерева. Находясь на отдыхе, Сергей царь выполнял каждый день все свои монаршие обязанности. Вот в этом кабинете он вел приемы. Рабочий день его начинался после утреннего чая в 10 часов утра. Царь входил в кабинет всегда в военном мундире Преображенского полка, даже несмотря на то, что он в это время находился на отдыхе. Называл на царской семьи английской деревянной грязной. Грязна была выдержана в строгом английском стиле тюдоров 15-16 веков. Стены покрывают панели из каштанового дерева. Потолок здесь не деревянный. Изначально он был выполнен из папье-маше. Это был новомодный материал. Thank you.
фонтана, на этом месте находился Туринский завод. Как красиво. Здание Ливадис по 20-х этажах. Оно богато подписало свет шалаша. Впереди у нас выставка о жизни и отдыхе царской семьи. Она открылась не сразу. На первом коридоре второго этажа разделена выставка «Прохожий на Бог», которая называется «Прохожий на Бог». Посылал телеграмму. Но вот этот кабинет как раз у него был любимым кабинетом. Когда он впервые его увидел, даже не смог держать морды и воскликнул: «Я в восторге от верхнего кабинета». Он проходит аппарат фотографий и альбом, который они привезли в время генеральной фотографии своих поездок и отдыхов. Таких сосудов раньше вкус и интересы царской семьи были разнообразные. Девочки зачитывались приключенческими романами зарубежных авторов, читали Артура Конан Дойля, Маргарет Буль, Александр Дюма. Так, кто-то уже устал. Любили ездить в гости к своим родственникам, которые жили на южном берегу Крыма. Часто бывали в Амурске, в Рантовске. На этом экскурсия наша закончилась, и мы пришли, откуда мы начали. Но начали наш поход. Это мы пришли к церкви, получается. Заканчивается мой поход по Ливадийскому дворцу. Извиняюсь уж, если что-то не рассказываю, что-то не говорю. Просто очень большая группа, собрали вообще немыслимое количество людей. И душно, аж мне все щеки горят, мне прям аж... плохо в какой-то момент стало. Могли бы все-таки сделать экскурсию по 10 человек, по 15, но не такую огромную. И как бы повторять за экскурсоводом, рассказывать на камеру тоже было не совсем этично, не совсем хорошо. Надеюсь, вам понравилось. Я хотела просто поделиться с вами, показать всю красоту, показать, как жили императорские особы. И поделиться всем тем, что я увидела сама. На этом я со всеми вами прощаюсь. До новых видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.